Внимание! Техники МКД и благоустройства. Доведите до всех своих рабочих с Узбекистана и Таджикистана. Никаких хождений завтра по улице вообще воспрещается. Все общежития будут закрыты. Те, кто на доставке, пускай сразу забудут на завтра эту работу. Кого поймают, сразу депортируют. Вытаскивать никого не будут. Завтра день траура, поэтому очень будут жестко всех проверять. Завтра всем выходной день, за исключением на диспетчерских дежурных слесарей и электриков. Все остальные отдыхают. И чтобы носа на улицу никто не показывал. Ребята, значит, послушайте, пожалуйста, внимательно, что я вам говорю, это важно. Вы сами все знаете, что вчера произошло в Москве и насколько сейчас все правоохранительные органы заняты поиском людей, которые задействованы или были задействованы в этом мероприятии. Поэтому сейчас мне уже позвонили из нескольких отделов и сказали, что будет огромный рейд по всем мигрантам, особенно в связи с тем, что есть подозрение на то, что это граждане Таджикистана, особенно пристально будут проверять таджиков. Максимально аккуратно. У кого нет документов, сразу, сейчас, подумайте, напишите Жанне, что у вас нет документов, нет регистрации или нет патента, или какие-то другие у вас проблемы, не дай бог депорт. Продумайте, пожалуйста, весь свой день, потому что депортировать и, к сожалению, очень некрасиво поступать будут со всеми. Особенно, повторяюсь, граждане Таджикистана.